Всем привет, друзья! Не пугайтесь, это мое новое видео, но по многочисленным просьбам моих зрителей я еще раз показываю вот эту красавицу мимозу. Да, на самом деле мимоза красивейшая. Я очень рада, что я успела ее для вас заснять. Но я показала маленький кусочек, у меня попросили показать полностью, как растет это дерево и как красиво, никогда люди не видели. Поэтому специально для вас, друзья, показываю полностью съемки вот этого вот дерева мимозы. Здесь мимоза растет не на кустах, а на деревьях. Вот такое сегодня у меня вступление для вас. Ну, а теперь хочу рассказать о том, что я сегодня вам хочу показать. Это будет у меня небольшая нарезка сюжетов. Вот, в частности, паб старинный, еще один английский. Я буду показывать вам на экране. Иногда, вы знаете, я озвучиваю это уже потом, когда монтирую видео, а иногда у меня живой звук идет. По-моему, так с живым звуком даже интереснее, как я уже и говорила. Но давайте мы с вами, друзья, послушаем и посмотрим по короткие сюжеты. Опять любуюсь на закат в своем окне, освобожденном от листвы. Не знаю, друзья, вот мне говорят, что пишут, вернее, мне, что все тут у вас зарастет опять, все вернется, как и было. Ну, не знаю, когда это все зарастет, мы посмотрим, конечно. А вот сейчас красота. Ну вот, к сожалению, опять не передает камера всей красы. А закат, и там даже видно круглый диск солнца, представляете? То есть мне даже и из дома не надо выходить, чтобы наблюдать закат. Вот до чего дошло, друзья. Это, конечно, не закат на море, которым мы с вами любовались там в Таиланде, я вам показывала. Но все равно классно. А еще, вы знаете, раз уж я стала вам показывать окошко свое, обратите внимание, видите, появилась здесь вот такая вот вывеска «For sale», то есть «На продажу». Видите, да? Это мой сосед снизу, о котором я вам много рассказывала, который живет в Лондоне и купил эту квартиру, так как имеет достаточно денег, чтобы позволить себе купить holiday home, как здесь называется, ну, то есть резиденцию типа дачи на прекрасном острове Уайт. Да, и вы знаете, только-только я увидела вот эту вот надпись здесь «For sale». Мне интересно будет посмотреть, а что же будет дальше. Чтобы дальше рассказать вам, мне придется выйти в коридор, показать и объяснить. Вот это наш общий коридор, друзья. Тоже показывала вам его много раз. Вот сейчас он выглядит вот так. Так вот, соседка моя Джун, она жила здесь, вот прямо дверь, видите, со мной, дверь в дверь, моя справа, ее прямо. И она свою квартиру все-таки продала. Почему я говорю все-таки? Потому что она оформляла документы по продаже этой квартиры, купли-продажи. Вы не поверите, больше 10 месяцев. То есть вот я вам сейчас видео скину, как обычно, посмотрите, это было ровно год назад. Она выставила ее на продажу и купили ее моментально, буквально через неделю. И дали очень хорошую цену. Все это можете посмотреть в моем видео. Перед этим я рассказывала. Но оформлялись документы 10 месяцев, и она уже просто отчаялась. Но и в конце концов она переехала, по-моему, в ноябре. И сразу же въехала другая женщина. Ну вот, она поменяла двери, и вы знаете, это было давно, и еще до моего отъезда в Таиланд она въехала, и она все двери меняла. У нее здесь ремонт такой шел. И вот, вы знаете, самое интересное, что она эти двери выставила сюда, и вот уже больше 2 месяцев они здесь стоят. Еще, видите, и какой-то ящик.
Ну, то есть некрасиво, знаете, как-то все-таки же она здесь не одна живет. И делать замечания неудобно, но я все-таки сказала, как-то мы с ней встретились, я ей сказала, что что там с дверями-то, как бы пора бы уже их и убрать. Она сказала, да, конечно, да, я понимаю, я скоро уберу, но они такие тяжелые, как мне их одной. Может быть, вы мне поможете, да мы вместе. Я говорю, нет, вы знаете, извините меня, но я не готова уже к таким подвигам, тащить, помогать. А эта дверь, вот она была как раз входная здесь у Джун. Со стеклом здесь таким, может быть, кто-то помнит. А теперь у нее дверь вот точно такая же, как у меня, только... У меня покрашена матовой краской белая, у нее блестящей глянцевой. Мы с ней познакомились сразу же. Я ее пригласила к себе чаю попить. Мы посидели, попили чаю и познакомились поближе. Ну, поближе, насколько это возможно, как говорится. Так вот, она иностранка, она румынка. И она не замужем. Вот, ей, я же говорю, еще не исполнилось и 40 лет. Тем не менее, замуж она не торопится, как она сказала. Она долгое время работала в Лондоне. И в конце концов, смогла взять кредит, ипотеку, и вот эту квартиру она купила. Классно, что в Англии ипотеку можно взять очень под небольшие проценты. Ну, по-моему, там от 1% до 4%. То есть это практически даром. Ну и поэтому у нее еще, как вы понимаете, остались деньги для того, чтобы полностью сделать ремонт. Она сразу занялась серьезным ремонтом этой квартиры, она поменяла там все двери, и ее ничуть не смутила такая высокая цена у нас. Лисхолд аренды 200 фунтов в месяц. Вот, ну, поживем увидим, как говорится. Она сказала, что по сравнению с Лондоном, здесь все вообще стоит очень дешево. Но, конечно, естественно, это все равно, как если бы нам сравнить цены в Москве на жилье и цены где-нибудь в маленьком провинциальном городке, каким является наш остров Уайт. Хотя остров Уайт и очень красивый, как вы могли уже заметить по моим видео, но жизнь здесь весьма специфическая, есть много нюансов, может быть, для кого-то даже скучно, найти работу трудно. В общем, каждый выбирает то, что именно подходит ему. Ну, а что касается соседа снизу, который выставил свою квартиру на продажу, посмотрю и вам расскажу. Но я не настолько с ним близка, чтобы у него узнавать, почему именно он решил квартиру продавать. Он ведь ее купил совсем недавно, по-моему, где-то 2 года назад. И, в общем, вроде было все нормально, и был доволен. Хотя тоже не очень обрадовался, когда повысили цену на лисхолд. Но, тем не менее, продавать вроде не собирался. И вдруг вот так вот неожиданно я увидела эту табличку о продаже. Буду держать вас в курсе, если вы желаете, друзья. Потому что я знаю, что многие интересуются. Еще я знаю, что у меня много новых зрителей появилось. Опять подписчиков в этом месяце, как я только приехала. Уже подписалось 500 человек. Я вас всех приветствую и очень благодарна всем новым моим зрителям, кто подписался. Буду рада, если вы мне напишите, что именно из тем вы хотите услышать и увидеть в моих будущих видео. Ну, а мы движемся дальше и смотрим следующий сюжет. Фотография. Это знаменитый портрет Леонардо да Винчи. Вот, я так рада, что он у меня есть. Да, вот такой. Может быть, кто-то не видел, может быть, кто-то знает. Довольно известный портрет. Вот он у меня. Вот видите, я его купила на распродаже, на аукционе на английском. Он недорого стоил, потому что он, видите, к сожалению, без рамки. Я вот купить-то его купила, конечно, потому что мне нравится такая старина. Ну вот куда поставить, ничего не придумала. Так как он у меня тут под рукой был. Конечно, он сюда не подходит. Здесь я красотка, видите, справа.
А слева надо какого-нибудь бы красавчика мужчину. Про красавчиков мужчин я вам тоже расскажу. Меня многие спрашивают, что у вас там с фермером. Конечно, друзья, расскажу обязательно. Вот так. Вот еще одно мое приобретение с аукциона. По-моему, не показывала вам его. Это новая у меня такая картина. Она вот, видите, даже здесь такая выпуклая. Вот, и она с подписью даже. Вот здесь написано подробно все об этом художнике. Его фамилия Кевин Платт. Он родился в Манчестере, но потом стал рисовать Корнуэлл. И вот здесь, кстати, это Голд Хилл в Корнуэлле. Кому интересно, рассказала поподробнее. Спрашивают, а что вы себя не показываете? Что вы не покажете свой загар? Да вы знаете, друзья, я и не покажу ни себя, ни свой загар. Вот так иногда где-то, может быть, промелькну в зеркале, которое мое вот такое красивое. Вы знаете, что я занимаюсь поделками, да? Вот, кто-то меня спрашивал, покажите, расскажите, у меня про это есть видео. Так вот, хочу сказать, что не покажу я себя и загар не покажу, потому что очень много появилось опять у меня злых языков на канале. Вот, очень много негативных комментариев. И зачем мне это нужно? Я себя красотку. Я красотка, да. Вот, но... Конечно же, уже не такая, как была раньше, вот здесь, когда я работала в Пурнаволок отеле в Архангельске. Ну, так и тоже ничего. Ну и последний сюжет на сегодня, друзья. Так как я вам показала вот эту вот мою картину, и там художник из Манчестера, который, как пишут его биографию, был... рыбаком. А рыбак по-английски это фишмен. И я вам хочу показать, какие здесь рыбаки на острове Уайт, как они живут и как они рыбачат. Давайте смотреть. Избушку рыбака и к рыболовке как раз, видите, фишмен лофт написано. Лодки его здесь. Ну и сейчас вам покажу такую интересную вещь. Смотрите. Но сейчас уже вы, конечно, догадаетесь. Вот видите, здесь такой колышется буёк. Вот он, с кольцом. Сейчас ближе постараюсь показать вам его. Вот он, вот он, вот он. Так вот, как раз на этот буёк. Да, вот на этот буёк цепляется краболовка, и он где-то сутки находится под водой. Потом его достают. Этот фишмен. Благо тут все рядом. И там довольно много крабов всегда. Вот именно такая краболовка. Там и прицеплена. Много-много раз вам показывала, и они сплошь везде. У нас здесь на острове. А потом этих крабов этот фишмен продает в рестораны, в пабы. И вот один такой краб с зеленью просто стоил, сразу подчеркиваю, 15 фунтов где-то в пабе. Но вот сейчас он, наверное, уже и за 20 стоит с таким повышением цен. Такая сегодня у меня для вас нарезка, друзья. Очень надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Пожалуйста, ставьте лайк, кому понравилось видео. Ну и еще я хочу обратить внимание, опять же, на тех неадекватных зрителей, которые стали опять появляться на моем канале. Пожалуйста, я вас очень прошу, не устраивайте срач. В комментариях не нужно тащить сюда ваш негатив. Имейте в виду, я буду блокировать всех, кто
грубит и кто устраивает вот такой вот неадекват. Ну и, в общем-то, понимаете сами, зачем это нужно. Давайте все-таки уважать друг друга, давайте все-таки быть добрее друг к другу, и, может быть, мир станет лучше. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя в это трудное время. Всем всего доброго. Всем пока-пока.